Так, посмотрим, на что способен Outlander. Счет едет. О, все. Поход приехал, Outlander. Я думаю, может сразу на асфальт вам? Не, нормально все. Просто в клею упал. В клею упал? Блядь, цепи хуярят там пиздец. Давай без мата, люди будут смотреть. Цепи бьют сильно. Как ваше впечатление? Я ему предлагаю сразу на асфальт поехать. Я сейчас буду, куда прийти? Я говорю, матом не ругайся, люди смотрят. Надо поправее, брат. Блин, колесо до стопа утвоил. Давай назад. Подбилок оторвал. Нормально. Началось, да? Задний подбилок оторвал, нормально. Что там, сильно страшно? А, это брызговик, да он у тебя давно отрывался. Он не нужен тебе. О, тут хорошо сидим. Дай-ка я пройду, там засниму, как он тут сидит хорошо. Давай, может, сейчас оборону разбить? Да ладно, сиди уже. Нормально. Приехал. Я думаю, вперед тащить. Ладно. Боец за палочкой, выручалочкой, вытаскивать его. Так, ну ладно. Попытка номер два Outlander проехать. Взять преграду на стоковых колесах. Преграда взята.